Начало рекламы, не выебуйтесь, пожалуйста, вы будете смотреть целый час контента. Всем здорово, мы вот играем в Гаррис Мод. Ребята, летсплей это, конечно, супер класс, вы можете под него затащить любую вкусняшку, ибо он длится целых 50 минут. Но также вы можете посмотреть версию с монтажом, он несколько короче, но там намного больше рофлов. Так что переходи по первой ссылке в описании, подписывайся на канал и смотри охеренный монтаж. Если что, на сервере Бодроград, если что, сори. Я проверил, как у меня микрофон работает, потому что у меня он бывает на 90% громкость выкручивает. Антон, слышишь? И меня слышно просто супер хорошо. Меня это иногда бесит, вас-то тем более бесит, потому что я очень громкий становлюсь. Блин, ты не знаешь случайно, почему трупы на дороге валяются? Я стану грабежником в оранжевой чепочке и пойду, наверное, наводить суету в городе. Немножечко потише стало на серваке, 16 человек. Я зашел сначала, когда было около 50. Поиграл, понаказывал челиков. Опа. Здрасте. Доброго утра, хорошего вечера. Интересно, у меня грамень будет, нет? Что делаешь? Это сейчас что было? Вот ты бросил. Ой-ой. Че такое? Да. Что он сделал? Вот реально, вот, согласен полностью с вами, вот, молодец, да. Ну ему я передам, чтобы он ничего не видел. Нечего проверять карманы других, реально. Полностью согласен. Ну а чё он? Я так и знал, я просто стану на месте, я уже привлеку к себе какое-то внимание, и меня какой-нибудь челик решит просто так вот обыскать. Ну, это бред какой-то на самом деле, правда. Зачем ты это сделал? Не понимаю, если честно, правда. Так, подрожки закупаю. Потом что, на калаш? 200 штук, думаю, мне с головы хватит. И тут тоже 200. Мне потом на Desert Eagle. И на Glock 18 надо тоже. Побольше патронов. Стоп, а я только полуавтомат и по 3 патрона. Понятно. Значит, я особо с него не постреляю. Так, ну чё, мне нужно тогда, значит, ходить искать кого-нибудь и грабить. Я же грабитель, получается. Опа. Чел какой-то. Два мента валяются. Сдохли, видимо. Ну, что поделать? Опа, мужики, мужики там что-то творят, а ну. Мне бы спрыгнуть как-нибудь. Оба, оба, я за ними. Я сейчас буду их выслеживать, где они там, что делают. Где? Камера. Я сейчас буду их снимать. А, вот они, кажется, тут. Нет, обычно. А мне вот это говно с собой всегда. Нюхай бебру. Вроде, кстати, нельзя идти в калаш. А мне засрать. Ну чё, ограбим их, получается. Эл, мужики, открывайте, я фермер. Ну, получается... Так, они окна закрыли, да. Что вы там взламываете? Взламываю. Угу. Если здорово. Нас опять ломают, в дело пойдет уже мор. Привет. Хочу мужики, с вами слышите, посидеть. Я фермер. А вот этого не, мужика не пускайте.
Не, ребят, так я с миром, никого. Господи. Серьезно говорю, так я доверяю с миром бандитам, сука. Ну и. Слышишь? Че, может, все-таки попробуем пустить? Ладно, все, я тогда побежал. Не хотите, не надо. Вы 3 года будете решать. Уже сервер, наверное, не знаю, свое отжить успеет. Еще 30 кайфлайфов пересоздастся. Пока вы откроете дверь мне. Так, ладно. Тут какие-то жмуры по городу валяются. Я не знаю, что делать с ними. Я хватать их не могу. Стоп. О, прикол. Я могу пинать бабу в живот. Наконец-таки. Класс. Супер. Ребят, не показывайте никому это видео. Если вы смотрите это, скажите, что вы случайно наткнулись на этот ролик и на этот момент в целом. О, еще мужик. Сука, город дохляков каких-то, ей-богу. Так, ну, я, получается, что? Я хочу найти квартиру и взломать ее, а ну, ничего нету почему-то. Никто нигде не сидит, кроме местных фермеров. И с ними как-то ну неинтересно. О, ха, нормально. Так, ну, хз. Аттракцион невиданной щедрости я устраивать не хочу, потому что вы меня засрете, мне кажется. Типа я буду бегать челиков грабить. Хотя, стоп! Стой, открой! Ты оружие убери. Уберу! Сначала убери. Убрал. Убрал, открой. Лицом к стене, блядь! Ну, давай. Убирай проб, да, я зайду сюда. К стене его туда, да. И сам тоже к стене. Вот, молодец. Держи. Ты хороший человек. Спасибо. Оба. Съеби! Съеби. Админ. Все, блядь, начал летать за мной. Делать нехер, человек. Я боготворим его, боготворим его, боготворите его. Че, до свидания. Кого? Че происходит? До свидания. Дира нет. Крутая Федора, дай Федору, пожалуйста, мне. Какой Федор? Ну ладно. Они, кажется, грабить, наверное, будут собираться. Вот я что-то вот догадываюсь. Сука, такая шляпка стоит. И я буду поближе к нему держаться, чтобы его из чего защитить. А что-то есть? Случайно или нет? У меня вторая Федора на голове есть. Я 2 ношу. А оружия у меня нет, чтобы помочь, если что, как-то скинуть ему. А, у меня только тяжелое, он его не сможет использовать. Да он в переходе. Так, ладно, окей. Я тогда дождусь, пока они начнут его рейдить. Хватит преследовать человека. Если они будут бегать за мной, я их бахну сразу. Моментально почти. На ерорки не обращайте, пожалуйста, внимания. Это у меня проблема почему-то с этим аккаунтом. На основе, как вы могли заметить, на стримах у меня все просто чики-пуки. Все нормально с контентом, просто прекрасно. С этим аккаунтом я хз, что происходит. Опа, опа. Оп. Откуда? Ладно, разойдемте. Нихера себе. Добрый чел. Ладно, окей. Разойдемся. Так, я хочу кого-нибудь зарейдить, только мне не кайф трогать фармил, потому что, ну чё, это вообще какие-то, ну, будут, ну, недееспособные противники. Если сейчас они будут до того челика докапываться, как-то ломать ему квартиру, то я, естественно, пробью ему голову.
А, ломает, ломает. Пошел отсюда, чел. Не трогай фармилу. Что, людей расстреливают? Никого никто не расстрелил. Все окей, все, все по канону Dark RP, ребят. Все отлично. Оба, не понял прикола. Так, а я вообще хотел бы посмотреть, что из оружия можно купить. Оружейники есть на серваке, нет? Нет, пока оружейников нет. Все фармятся пока ночь. Ну, ладно. Я, короче, молчаливый защитник буду. Ку еще раз. Тебя зарядить хотели. Отдал честь. Спасибо. Все, погнал. Так, в этот раз я один рейд уже отбил. Отлично, прекрасно, супер. Вообще, по-хорошему. Я, наверное, камеру тут поставлю. Ой, не-не-не, давай не сюда. Он думает, наверное, то, что я рейдить буду, да? Да, он думает, то, что я буду рейдить. Ну, окей. Поставлю я камеру вот сюда. Она у меня, короче, будет стоять прямо на окошке, и никому она мешать не будет. Как раз я буду видеть, что происходит здесь, и еще вот возле моей двери. Короче, будет она смотреть где-нибудь здесь. Оп-оп-оп-оп-оп. Да нет, нормально, стань. О, супер! Просто класс. Пьер Дун. Здравствуйте. Что? Я бы хотел работать вместе с вами. Если, конечно, вы согласны. Я безработный. А, он же не знает, не слышит, точнее. А, он сбросил. Лол. Ну ладно. Мистер Чипс. Какой-то эрдемит. Я пока что фармилу своего оставлю. Которую я взял под своего, так скажем, крыло и защищаю немножко. Ну, по крайней мере, пытаюсь это делать. Не желаете заказать пиццу? А жаль. Жалю. Да, да. Мужики дерутся. Прощаю. Вам какать? Я тоже. Кто хочет помахаться на кулаках? Мне просто скучно пока. Я не хочу, я умру от одного удара. У меня язва, да. Нет. Ну язва. Ну хочешь, я тебе этот один удар дам? Реснешься, будешь фулл хэповый. О, сейчас тогда, подожди. Бля, мужики дерутся. Геи спорят, кто из них самый гейский гей. Пошел в жопу. Все, я так не играю. Стоп, что у меня там по камерам? Все чисто. О, я хочу пиццу Маргарита. Ничего не происходит. Может, они все-таки соберутся, не знаю, в тиму какую-то. Хотя бы. Чтобы я такой один пытался тиму там как-то тактично вынести. Я бы что-нибудь такое провернул бы с огромным удовольствием. А, вот оно что. Я тут не могу подняться. Вон оно. Уголок вылезает. Никто не зашел? Зашибись. Стоп, тут никто ничего не взломает.
Тут тоже пусто. Там, кстати, пасхалочка, и вон в том окне тоже. Кто залезет, тот красавчик. Я-то думал, тут кто-то сдох. Я постоянно чекаю камеру, чтобы, не знаю, узнать, посмотреть, может, кто-то его будет рейдить. У меня цель такая на сегодня, его защищать. Первый раз у меня уже получилось. Пацан хотел фармилу ограбить. Нашел себе противника по своему уровню. Ладно, где я? Я в доме. А, ну он там маленько ушел. Да, девайся. Он что, его убил? Или что? Ну что, дурак что ли совсем? Опа, опа, мужик пошел проверять. Пошел проверять, видимо. Он хилится. Он собирается ломануть квартиру мне. Он не знает, с какого вообще вот залезть места. Да. Ну окей, я ему подскажу. Он какой-то неугомонный. Тебя ограбили? Зашибись. Лезем наверх. Дебил. Блять. Понял. Ну бывает, что поделать. Эх, ну умер и умер. Хорош. Умер и умер, как говорится. Чел, хорош. Хорош. Ну поц второй раз уже обсирается с рейдом. Что-то у него не получается немного. Я создал искусственного, так скажем, свидетеля в виде камеры, так что почти что все. Тут будет против правил что-нибудь делать. Ну, кроме рейда, естественно. Меня, кстати, выследили, я так и не понял как. На меня заказ сделали, и чел сразу побежал меня искать. Видимо, заказ на меня сделал как раз тот чел, который не смог зарейдить вон того фармилу и пришел ко мне. Он думал, так скажем, двойной удар сделать. Но если это он заказывал, я ж не знаю, кто это был. Ой. Во, прикол. Ха! Нормальный я вид от камеры сделал. Нормас. Стоп, я ж могу даже скрины теперь делать. Только у меня текстуры какие-то вообще ужас. Если я чуть-чуть прибавлю настроек. Сглаживание, прорисовка теней, детализация. А чё у меня с текстурами-то? Я не могу понять, широкоэкранный,
16 на 9. А в чем проблема? Почему у меня такие говёные текстуры на оружие? И от первого лица, кстати говоря, то же самое. Я вообще хз. Что с этим делать? Ну, как бы ладно. Не, ну вот это, кстати, прикольная идея. Только если бы можно было еще камеру эту двигать, вообще бы классно было. Поскольку меня никто не рейдит, я пойду прогуляюсь вон туда опять наверх. Если меня второй раз закажут, они уже будут меня задалбывать. Это вообще будет неприкольно. Потому что, ну что это такое? На серваке 15 человек, и меня будут одного единственного несколько раз заказывать. Как это было на стриме, если, думаю, кто-то помнит. Ну, сейчас чекнем. Поц хотел через балкон начать рейд. Ну, окей. Давай, давай. Хил быстренько. Я же думал сдохну, у меня 10 хп осталось. Кто-то там дерется, дерется, дерется кто-то постоянно. Ну как хочешь, ломай. Видишь, что он делает с вашей камерой? Ой. Дурак совсем же, чем надо от моего дома? Не желаете? Джалить его это слишком скучно будет. А хотя ладно, окей, я сейчас сюда пройду. Нет, жалить его слишком скучно. Вон там фоточка. Дебила какого-то выложили. Хотите ли вы работать вместе? Я хочу, давай. Я не против. А вот в той комнате или в той? Кажется, это одна и та же комната, вот эти два окна. Там типа пасхалочки. Если кто-то туда заберется, тот посмотрит, что там происходит. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отходим. Они идут туда или нет? Да, они идут. Ну все. Сейчас они, видимо, пойдут меня рейдить. Ай-яй-яй-яй. Ну или не меня, может кого-то еще другого, хз. Как они, интересно, могут забраться на крышу помимо вот этого подъезда? Видимо, никак. То есть я их в любом случае пропалю каким-то образом. Если что, экшена очень мало, тупо потому что 15 человек. Если бы было, не знаю, человек 20-30, как-то по драйвове все было. А так я просто сижу у себя в комнате. А это мой партнер. И возле моего дома какие-то лазят партнеры. Хочу нюхать это, Артур. Ура. Так, ну этот строитель что-то тут делает. Вы, возможно, не подтвердили. Не понял, я ж... Чё за... Пятиклассники в сговоре. Вы не можете убивать дважды одного и того же человека, понятно? А вы на кого заказ делали? На фантом? А, так у меня уже был на него заказ. А, так это он меня заказал. Вот оно шо! Ах ты сука! Ах ты сука, ну ладно, меня убили, все равно я ничего ему не сделаю. Ну я понял, теперь буду иметь в виду. Окей, хорошо. Только попробуй меня еще раз закажи. Угу, угу.
Сейчас поставлю камеру еще на другую кнопку. Боль. Вот. Все. Зашибись. Эта камера здесь смотрит, другая камера смотрит здесь. В любом случае кто-то доспалится. Блин, жаль то, что я не имею здесь на серваке РТ-камеры. Можно было бы просто экранчики сделать и смотреть с каждого экрана. Молодой человек. Опа. Игнорим. Игнорим, стоим. О, здравствуйте. А у меня вопрос. Можно какой? Задать? Не хотели бы заказать кому-нибудь химчистку на дом? Нет, спасибо, пока не интересует. Ну ладно. Если надо, я позвоню. Хорошо. Угу. Свалил. Ну хоть от плеча помогает высматривать, что происходит. Я усрался, ребята! Ничего пока не происходит. Оп-оп-оп-оп-оп, пошел. Что-то пишет. Он не поймет то, что я тут рядом сижу. Ну, только если он не киллер, конечно. А он вип-киллер. На меня, видимо, заказ. Супер. Оп-оп-оп. Все, камера его не видит, к сожалению. Я не знаю, что он сейчас хочет сделать. Вообще не знаю. Может, он тупо в АФК стал. Херово. А, понял. Замаскировался под бомжа, чтобы меня бахнуть. Так, окей. Нет, это реально охота какая-то на меня открылась. Сейчас сделаем вот так. Он не спалил? Он очень увлечен застройкой. Прям что-то чересчур. Он меня ждет. Это тот же самый чел, просто у него шляпа. Он палится этим. Не знаю, вы хоть снимаете головные уборы, когда вы маскируетесь? Там заранее куда-то идите, снимайте это, потом уже, когда играете за другую профу, надевайте. Это что же херня работает? Ты что тут делаешь? Домик строишь? Да, домик. Это мой домик. А, это не он вообще, это просто бездомный реально. Ладно, не буду мешать.
Так, ладно, окей. Да, видимо, я все-таки реально параноик. Потому что я думал, что это тот самый киллер. Но если он достанет... Нюхай бебру. Если он достанет где-нибудь ствол, начнет стрелять по мне где-нибудь... Ну, это точно будет с вышки. Как же мне нравится наблюдать за своими людьми. А не как и за своими. Не успел, пацан, не успел. Эй, бомж, что за охота на меня, я не могу понять. Дайте мне поиграть нормально на серваке. Хорошо, хоть эту дверь не ломает никто. Что ты делаешь, брак? Че, вроде. Угу. Что он делает? Я думал, он будет ломать. Не пон. Вот это я не пон немного, пацаны. А где он? И сюда ли он пошел вообще? Что-то его, кажется, тут нету. А, ну тут бомж лазит рядом. В окнах никого. А вот вышку я глянуть не могу. Хотя, если очень постараться... Не видно, к сожалению, никого. Понял, принял, обработал. Ага, открыл. Окей. Сейчас, мне кажется, жопа будет. А, он взламывает. Понял. Ну он зарейдил типа того, да. Только куда он делся, я хз. Стоп, я по-другому сделаю. Точно, да. Я ж могу по камере туда смотреть, вглубь комнаты. Если он там, конечно. Там нету. Здесь тоже его нету.
А, все, вот он где. Окей, хорошо. Вот и все. Непон. Я не знаю, что это было. Пошел в жопу. Ля, охеревшие. Чисто со стволом вылез киллер. Стоит такой тупо, на меня палит, потом за мной пошел. На меня заказ, полюбас. Я уверен в этом. Я в этом уверен на все 100. Что за охота? Чуть не спалился. Это был похититель. Потом вместе с киллером, кажется, обычным. Это среднее оружие. Ну окей. Окей, сегодня выпуск будет, наверное, состоять из того, как я отбиваю либо рейды, либо на заказы на себя. Со вторым у меня не особо получается, как вы можете видеть, но с рейдами еще вполне-вполне. Так, Непон. Опача. Что это? Что он делает? Я не вижу ни хера. Не-не-не-не, мне вот это не нравится. Да стой, ты что делаешь? Подойди, подойди. Тихо. Стойте. Ничего, мне стоять, ты только что на моих глазах человек согнул. Я защитил его. Но это не отменяет того факта, что его убили человека. Он под моей защитой. Вы охранник или что? Типа Роза, того. Что такое произошло? Почему это произошло? По какой причине? Он убил человека с автоматом. Он убил человека, потому что он охранял вот этого человека, ну то есть он помог ему. Какая разница, наоборот, мне вообще не голова, но если он убил человека, это карается законом. Вы убили человека прямо на моих глазах. Он дурак, что ли, совсем? Не, ну типа, чё? Окей, я же Б могу подать в любой момент. Хорошо. Фриарест. 337. Мне, говорит, вообще по барабану. Хуя себе. Ну я пойду прогуляюсь. Пошли, я тебя спрячу, чтобы тебя снова не арестовали. Блин, жаль то, что нет такой херни, когда ты из тюрьмы вылезаешь, уже за пределы ее далеко уходишь, ты не объявляешься в розыск, и тебе не выдается все, что у тебя было до ареста. Вот это очень грустно. Ну, я как бы... И что дальше? Я вот сбежал. Здравствуйте, у вас жалоба была. Да. Да. Здравствуйте, на вас жалоба за фриарест. А, ну то есть то, что он на моих глазах убил человека, я к нему подошел и арестовал его, это типа да, фриарест. А потом, когда на ответ, так я тебе сказал сразу. Я его защищал. Так
Нет, ну как чел, ну вот смотри, чел вот в хату, да, стоит, там что дверь, а я защитил человека. А ты же не видел всю ситуацию, да, я жалобу принял, уйди отсюда. Я да, тоже жалобу вот, принял, в общем, ну ладно. Да заткнись! Дай я расскажу. В общем, да подожди, дай я скажу, пожалуйста. Он жалобу подал. Я ты что, еблан, что ли? Я ЖБ ну, подал, я рассказываю. Он расскажет, потом ты расскажешь. Доказывай. Как она печатает, мы уже разборку бы закрыли. Я захожу к знакомому своему. Которого я защитил однажды от грабителя. Блять, история любви, давай ближе к делу. И вижу, что его выбрал похититель. Ебало, закрой свое. Ебало, закрой свое. История любви. Вот в итоге я убил похитителя. Понял. Залетает он. Я убираю оружие, отыгрываю фир РП моментально. Ничего себе, отыгрываю. Сейчас. Ебать, он конченый, кажется. И пытаюсь объяснить, почему убил его. Дальше я думаю, что не нужно, да, чтобы он рассказывал, или это обязательно, чтобы мы еще 5 минут объясняли одну и ту же. Он говорит, мне по барабану вообще и садит. Ну вот и все. Ну и ты его так посадил, ебало, ты закрой считаешь, что мелкий. Это правильно? А, ну подожди, ну смотри, сам факт того, что, ну вот я полицейский, да, я захожу, я вижу, как он кого-то убил с автомата. Но так на моих глазах я не видел, не видел всю ситуацию. Когда я подошел к нему... Ну так ты должен был разобраться в этой ситуации. Я подошел с пулеметом к нему в упор, он все равно стоял с автоматом, пока я ему не сказал, убери. Че? По его словам, он убрал сразу же оружие. Ну по его словам много чего можно сказать. Он меня обвиняет, у него... Я убрал, как только ты зашел. В итоге дальше... ну, сам факт того, что я увидел только то, что он убил человека, а потом он начал говорить, что я его защищал. Че ты пиздишь? Да, я обманываю. Ну так покажи демку, если я обманываю. Если... Покажи всю ситуацию. Если он сейчас покажет демку, и там будет видно то, что он убрал оружие сразу же, как только ты зашел, то это будет, по-моему, если я не ошибаюсь, бан на один день за обман администрации. Ну так в чем? Если ну, я даже выстрела в него не сделал. Я, в чем? Я да, тебе он объяснил. Не делал, он не делал. У вас, можно я у вас скажу, две пожалуйста? Разные ситуации. Подожди секунду. А что, блядь, совсем ебанутый? Совершенно по-другому. Он сказал то, что он сразу же, вот как только ты начал заходить, убрал оружие. Ты же говоришь, что ты к нему подошел в упор с пулеметом. И он только в этот момент, после того, когда сказал, получается... Ты сказал ему убрать оружие, он в этот момент убрал оружие. Не, ну считай, ну если смотри, он покажет, то есть, знаешь, как там получилось? Не так, тогда это обман. А, уже у него версия меняется. Получилось. Подожди, можно, да. Можно я тебе расскажу, смотри, как было. А, мы заходим, ну, я навожусь на него оружие, он из-за того, что в чат пишет, чтобы, ну, я его не убил. Уже версия меняется у него. Так, меня из тюрьмы выпустили. Блин, это надо будет запись останавливать на самом интересном, вы чё? Ну вы чё? Ну окей, сейчас Коля тэпнусь. Тэпай к нему. Ну, то есть это не особо важно насчет этого? Ты тэпнул там, вот, да. Короче, я захожу, ну типа из-за того, что он пишет в чат, у него немного... Он пытался мне объяснить ситуацию сразу, поэтому он немного позже убрал, но это, ну, это не важно. Ну то есть как бы это ровка была. Лол. Просто я говорю про то, что... ты уже напиздел. Я видел ситуацию. А, да? Так ты правда? Сказал... Нет, ты сказал пиздобол. Уже версию. Тут прикол в том, то, что смотри, ситуация такая, то что он говорит, то что он убрал оружие сразу же. Ты же сказал то, что он убрал оружие только когда ты к нему подошел вот так с пулеметом и сказал ему убрать оружие. Коля. Поэтому если он покажет демонстрацию, смотри, то я думаю, смотри, то, что смотри, можно будет подкинуть за обман. У него версия меняется уже второй раз. Зачем? Ты можешь что меня не перебивать? Ну, пожалуйста. Давай ты я еще уже раз сказал расскажу свою версию. Да, я еще раз расскажу ситуацию. Хватит меня душить, пожалуйста. Я ах, захожу в квартиру, вижу, как он меня...
Перестань меня перебивать. Я тебя не перебивал, когда ты рассказывал. Ты сам тут сейчас, перебывался. Давай рассказывай, давай, давай, давай. Я захожу в квартиру, я захожу в квартиру. Я вижу, что... Чего он это делает? Он пишет это в чат, у него просто говорилка, ты можешь вполне рассказывать свою версию. Каждый раз, когда я начинаю говорить, он специально включает чат. Сейчас не будем включать. Ладно, хорошо, давай. Вот смотри, я захожу в квартиру, я вижу, что он убил человека. Я, как бы, он из-за того, что пишет в чат... Ахахаха, секунду... Заткнись. Че? Я вижу то, что он сначала начинает говорить, ну, в чат, и у него поднимается рука к уху, и поэтому он секунды, как минимум 4, держит в руках оружие. Я говорю, чтобы он его убрал. И получается, что я его ставлю к стене и говорю то, что ты убил человека, и арестовываю. Обратный апостроф. Ну смотри, просто я не вижу смысла тут по-другому разбираться. Ты уже сказал, как бы, свою версию, то, что он убрал оружие, когда ты к нему подошел. Хорошо, давай, у тебя есть демонстрация? Если у тебя есть демонстрация, могу его вполне откинуть, Коля, за обман администрации и все. ВК? ВК чек, да? Стоп. Или что? Вопрос. Ну, демки. Слышь. Что? Пиздюк. Это не считается как оскорбление? Нет. То есть я могу его покрыть матом и типа... Ну, да, объективно. Ну, это же не Оскар. Ты пиздюк. Это же не Оскар. Че, у тебя микрофона нету, закни свою. Потому что ты по факту пиздюк. Что? А ты че тогда без микрофона сидишь, если ты не ребенок? Если бы ты не понял. Мужиком, ты бы сидел с микрофоном. Еще раз. Ты бы сидел с микрофоном, если бы ты был старше меня, гений. Ладно, ты можешь меня назвать. Мне 21, долбоёб! Бля, я это ждал. Ты понял всё? Ты понял вообще, чё ты понимаешь, чел? Ну, всё. Прорвало. Что мы делаем? Давайте. Тебе демка нужна до сих пор, не? Я не могу. Капец, я вовремя зашел, слушай, я буквально минут 5. Алло! У тебя микрофон сломался или что? Нет, не сломался микрофон. Все, тебя урыли. Но я все равно. Распиздился тут про историю любви. Нихуя себе ты большой че. Я все равно стою на своем месте. Я считаю, что ты секунд 10 назад в углу сидел. Да, потому что я понял, что ты веселый чувак. Очень, конечно. Так, мне еще раз рассказать версию. Короче, смотри, я захожу в комнату, вижу то, что моего знакомого этого Фармилу вырубил похититель. Я убил за это похитителя. Потому что, когда его трогают, я сразу быстренько залетаю к нему, впрягаюсь за него, раскидываю там грабителя, как это было с Копчанкой уже один раз, и с похитителем. Тут влетает он, начинает по мне стрелять, я начинаю просто, как, не знаю, мартышка неистово мотылять мышкой, чтобы показать ему, что я не сопротивляюсь вообще, чел, все, типа, хватит стрелять. Я оружие уже в этот момент убрал. И он, после чего... говорит, лицом к стене встать, через секунд 20, ему тоже чел какой-то бомж говорит то, что не надо меня, мол, сажать, потому что я защитил вот метоварщика или кого там от похитителя, ну да, метоварщика. Вот, ты говоришь то, что тебя это вообще нихера не волнует. Я тебе то же самое объясняю, то, что, ну, я его убил, но не просто так, чел пришел, вырубил какого-то моего там знакомого, по факту вломился к нему в хату и за это был наказан. И ты говоришь, мне по барабану, я с этим типа разбираться, ну, не хочу. Берешь меня, сажаешь. Тебе какая демка еще нужна?
Не, ну я просто говорю про факт. Я сказала, что это не обязательно важно. Я не говорю, что это нарушение. Скучно. Я говорю про то, что когда, ну, ты немного, ну, ты когда мышкой махал, я про этот момент говорил. Ну? Я имел в виду про то, что, ну, ты не сразу его убрал, то есть, ну, я понял, я не хотел тебя этим выставить как фигуру РП, я просто говорю про, я же сказал то, что это не сильно важно. Так ты на этом акцент потом сделал несколько минут назад, когда я сказал заранее в своей версии, что я фигуру РП отыграл нормально, я увидел полицейского. Я понял, что до меня доебутся, я оружие убрал, начал мотылять, показывать то, что я не сопротивляюсь. Ты такой, да, блядь, прям отыграл, нихуя себе, да? Ну, не, ладно, тут я реально протупил, но на самом... Ну, я имею в виду про то, что, то есть, как бы... Ну, я все равно стою на своем, то есть, я не говорю, что ты там нарушил и так далее, но просто сам факт того, что, ну, я увидел, как ты просто кого-то убил, из-за тебя наступаются, я просто не успел ничего услышать. Естественно, ты не успел ничего услышать, потому что ты сказал то, что тебе, по барабану вообще, что тут произошло. Ты убил челика, ты взял его быстренько посадил без разбирательств. Ты себе и не выделял время для того, чтобы с этим разобраться. Но я и говорю, я про это и говорю, то, что да, может быть, я тут виноват, но я не делал сильного... Нет, возможно, я сделал, но я потом извинился за это и сказал то, что можно я еще раз расскажу, и вы начали меня немного душить. Да тебя никто не душил. Я просто рассказывал в текстовом чате, ты такой выебистый был, мол, говоришь, уже можно жалобу закрыть. Про микрофон мне начал что-то говорить, потом еще говорить начал. Вставлять свои 5 копеек в каждый элемент моей версии, а в смысле, а почему бы мне так не сделать? Я вообще, в принципе, тебе особо не мешал. Я только писал ахаха, а ты сам от этого запинался. Просто ты охуел. Мне кажется, что некоторые люди, которые, пишут в чате, у меня почему-то к ним отношения хуже, я не знаю почему. Есть люди с текстовым чатом, которые будут получше людей с микрофоном, и сегодняшняя практика это показала, я думаю. Это правда. Но я просто говорю про то, что лично у меня отношение такое, то есть я как бы просто увидел, что чел кого-то убил просто. Я помню, что у меня была примерно такая же ситуация. Я зашел, пытался... Это неинтересно. В итоге просто в какой-то момент пришел чел и просто меня в спину убил. Это неинтересно. Просто я ожидала от тебя такого же, потому что, Мне кажется, или жаба уже ушла куда-то не туда. Нахуя он тему переводит? Что-то он тут демагогию разводит, рассказывает про то, какие у него там жалобы раньше были, про его отношение к игрокам без войс-чата, блядь. Какая-то беседа ни о чем, пиздобольство какое-то простое. К сожалению, если... Он демку просил, он... Зачем ты демку просил, объясни. Потому что когда, честно говоря, просто... Ты избежать наказания хотел этим? Да. Двойной срок дайте ему нахуй, все. Можете закрывать жалобу, дай двойной срок ему, и я пойду. По какой причине ему двойной срок дать? Жалоба за что была? На фриарест? Да, фриарест. Вот, заебись. А подожди, попытка избежать наказания, это в правилах как? Есть вообще предписано? Там есть лиф с... заебись, вот как раз за это ему и давайте. Тогда не двойной, а... За лиф с разборок? Или что? Нет, один просто попытка избежать наказания. Я ему вопрос задал прямой. Ты хотел избежать наказания тем, что демку просил? Он при вас всех сказал то, что да. Просто так и напишите уже. Хорошо, ладно. Срок только не двойной, как обычно в правилах написано. Я погнал тогда. Да, я понимаю. Двойной сильно не надо. Тогда сам себя ретурни, не то я не могу тебя ретурнуть, окей? Я сейчас выходить буду. Окей. Пиздец. Так и знал, что надо будет не останавливать запись. Я так и знал, что это какая-то херня вообще получается, блядь. В общем-то... Поиграл я ночью на серваке Боброград, если кто не знал, я его уже почти месяц как открыл, если что, жду вас, можете заходить по айпишнику, он вот здесь вот есть, и также он будет в описании. Найти вы его в поиске серверов можете очень и очень легко. Пишите просто слово «Бебра»,
И у вас в поиске должен выскочить этот сервер. Либо как-то вот так вот попробовать. Но это нужно будет обновить, скорее всего. Скрыть какие-то тут лимиты пинга. А, обновить списки, наверное. Его здесь пока что почему-то нету. Видимо, ищет сервера. А, вот. Вот он самый, да, Беброград. Вы его здесь находите. Просто пишите слово «бебра». Можете с большой, с маленькой буквы. Он все равно найдется. Будет такой один-единственный. Вот он так выглядит. Карта здесь «Беброклав» в версии 1. Вы можете добавить его в избранное, чтобы потом уже не искать, а быстренько вот так заходить через главное меню. Сетевая игра. Избранное, обновить списки, и вот он уже у вас. В общем, как-то так. Наверное, я сделаю еще версию с монтажом из этого ролика, и будет кое-какая прикольная мне, наверное, с этим видосиком вообще бомба. Так что следите за другим каналом Скрипача.